растаяли вместе со снегом. Так можно сказать про дороги республиканского значения в Алма-Атинской области. Автолюбители сетуют, что качество и обслуживание дорог оставляет желать лучшего. Каждый день, передвигаясь по трассам Алматинской области, автомобилисты нелестно отзываются о работе автодорожных организаций, ответственных за содержание дорог. Причем многие водители практически наизусть знают каждую выбоину и ухабину. Снег давно растаял, а с ним и асфальт. С горечью иронизируют граждане, отмечая сложность передвижения по дорогам региона из-за плачевного состояния. Вот такое вот состояние дорог. Тут ни о каком качестве и речи нет. К тому же пробки. По большей части здесь ездят габаритные машины, куда только мы не обращались, и в Акимат в том числе. Говорят одно, будем делать. Мы очень на это надеемся. Дороги у нас ужас. Ездить невозможно. Налоги платим. За что платим? Машины убиваются, колеса лопаются. Это ужас. Каждый божий день и одно и то же. Вот эти все проблемы. Это невыносимо. Короче, Барго, везде асфальт тусит. Хармемерге ериду асфальт. Если коротко сказать, то у нас стелят перед зимой асфальт, а весной он тает вместе со снегом. Ну, говорят, что работает Казавтожол. Однако, несмотря на эти дороги, мы точно знаем, что делают они свою работу как попало. Качества никакого нет. Я часто наблюдаю за их деятельностью, и всегда бросается в глаза то, что из четверых работают только половина. О каком качестве можно тут говорить? В свою очередь, Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области прокомментировали, что за участок автотрассы, находящийся на территории Илийского района, отвечает региональный филиал компании «Казавтожол». В данной ситуации специалисты ссылаются друг на друга. Однако в конечном итоге выяснилось, что ответственным за эту территорию все же является областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Алматы областында бүгінгі күнде областық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 3690 шақырымды құрайды. В целом в Алматинской области протяженность дорог регионального значения составляет 3690 километров. Из них более 300 километров находится в Илийском районе. На отрезок дороги в направлении Алматы, Жетген-Капшигай, которая проходит через село Байсерке, выписан акт неисправности на 250 квадратных метров. Будущее Казахстана в руках молодых людей. С некоторых пор в социальных сетях распространилась эта видеозапись. Отчаявшиеся люди вынуждены самостоятельно латать ямы на дорогах. Такое зрелище можно увидеть и в областном центре, городе Кунаев. По данному вопросу наша съемочная группа обратилась за официальным ответом в акимат города. Однако ответа так и не получила. Айслу Жандосова, Аялым Жерсын, Хазайдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.